Всем привет, с вами Маркобес. Сегодня открываем посылку из Китая. Это защитный экран. Значит, упаковано очень аккуратно, красиво, хорошо. Сейчас пытаемся разорвать. Не, разрывать не будем, просто разрежем упаковку. Как говорили многие знающие люди, всегда снимайте то, что вы открываете. Всегда снимайте, чтобы потом можно было доказать продавцу, что посылка или товар ненадлежащего качества, ненадлежащего вида. В данном случае упаковка все целая, аккуратно заклеенная, заштампованная. Здесь коробочка из пенопласта. Значит, все целое, все аккуратно сделано. Достаточно очень приятно видеть такое. И внутри, что здесь у нас? Это уже приспособление для приклеивания. То есть здесь клей, сушеные салфетки, влажная, сухая салфетка. Здесь у нас наклейки. Так. И самое главное, а вот такое ощущение складывается, что здесь ничего нету. Вот у меня футировка когда пропадает, и кажется, что ничего нету. Хотя на самом деле, и так, подождите, как это вынуть? О, есть, вынул. Так, и вот он сам экран. Экран упаковки достаточно аккуратненько. Все. Так. Он не хочет подниматься. Так. Как бы мне так вынуть, чтобы его не порвать? Вот она. Специально здесь вот есть за что ухватиться. Давайте будем потихоньку его зарывать. Он просто наэлектризовался, скорее всего. И экран этот не выходит. А теперь вот он. Все. Вот, пожалуйста, защитное стекло для телефона. Все даже очень даже нормально. Стекло целое с наклеечкой. Все, спасибо продавцу. Товар получен. Никаких претензий нету. Только положительные отзывы. Поставлю звездочек. 5 штук. Так что на этом все. Спасибо за просмотр. Спасибо продавцу. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Маркобес.